дворец Юсуповых на Мойке – уникальный дворцово-усадебный комплекс. Далекий предок князей Юсуповых вышел на русскую службу. И в память о своих корнях последняя хозяйка дворца Зинаида Николаевна Юсупова делала большие пожертвования на строительство мечетей в Крыму. После революции во дворце находился музей дворянского быта, а затем здание было передано дому учителя. И вот в это время, уже в конце 20-х годов, в саду дома учителя неоднократно устраивали для татарской молодежи праздник Сабантуй. С середины 90-х годов Юсуповский дворец стал историко-культурным центром. И татарские общественные организации тесно сотрудничают с музеем. Здесь были организованы выставки татарского костюма, выставки художников татар, а также проходили концерты татарских исполнителей.